Добрый день! Сегодняшнее видео только для девочек. Посмотрим, что нам предлагают в магазинах на весну и на лето. Вот зайдем в магазин Вайкики. И вот такие вот платьицы свободненького фасончика. Приятные на ощупь. И тоненькие, и как трикотажные, и цветные, и однотонные. Пижамка вот такая веселенькая. Трусики тоже разненькие есть. И попроще, и понарядней, и с кружавчиками, и без кружавчиков. И цены разные, и размеры разные. Вот и бюстгальтеров так вообще такое громадное количество. Вот 209 вот такого вида. И, кстати, очень много скидок, я смотрю. Так что, в общем-то, что-то можно себе найти, прикупить. Ну, вот так вот, совсем простенько. Простенько-припростенько. Но посмотрим на эту простенькую цену. 529. Вот такие вот бюстгальтеры чуть-чуть украшены или вообще не украшены. А вот прям сплошь кружево. И сколько это у нас стоит? 379. Тоже вот скидочка на 21%. Ну, вот такие вот просто без внутренностей, так сказать. 500 гривен. Но это у кого хорошо своя стоит. Плащик. Еще можно поносить, еще сезончик. Скромненькое черненькое платьице. Вот курточки легенькие тоже можно еще. Рубашечка довольно неплохо смотрится. И вот такие вот платья. Сейчас вообще их очень много. Вот таких вот примерно фасонов, свободненькие. Цены на них тоже разные. Чуть-чуть больше, чуть-чуть меньше. Вот так вот как-то. Вот яркие, посмотрите. Мне это напомнило, как вот это вот яйца на Пасху красят. Вот крашенки. Беленькая юбка. Опять такие юбки, как и раньше были в моде. Или вот фантазия какая. Как примерно я делаю. Вот цветастые такие вот, как или длинные рубашки, или... Ну, это я, если честно, даже не поняла, что это такое. Что это такое? Это или как топик одевается, 500 гривен. Или это как нижняя. В общем, я, если честно, не поняла. Ну, что-то с какими-то блестючками. Вот такая вот кофточка за 400 гривен. Вот это вот мы с вами побывали в магазине Вайкики. Это я, привет. А теперь магазин «Нью-Йоркер». Здесь на первом этаже все для мужчин. Ну, а мы поднимаемся на второй этаж. Там все для нас, для девочек. Вот такие вот юбочки. Кстати, я такую наподобие фасончика в молодости носила. 579. Длинненькие, коротенькие. Плиссировочка. Вот такая простенькая кофточка 319. Вот такие вот, как вязаное полотно, 400 гривен. Но вот 500 гривен непонятные какие-то треугольнички. Коротенький такой свитерочек с опушкой на руках. Ну, джинс, конечно, тут уже даже я подробно не рассматривала, потому что огроменное количество. Так же само и цветные вот такие вот штанишки разные. Цена вот примерно на вот эти 949 гривен. Вот такие вот летние, абсолютно яркие-прияркие, если ехать в теплые края, 579 гривен. Вот такое вот коротенькое непонятное что с длинным рукавом. И вот такие вот обалденные с камешками бюстгальтеры разных оттенков. Вот тоже очень мне понравилось за 199 гривен. Этот 119, 279, красный такой. А вот, смотрите, типа кожаный, даже со скидкой, 199, надо брать.
А вот какой черный, даже как с корсетом немножко ниже. А вот, ну так, обыкновенненький, но цена 579. А вот какой яркий, за 500 гривен. Ну, это прямо так вместе, как верх и низ все вместе. Футболки я даже, вы знаете, и не рассматривала. Такое количество. Я так просто прошла, посмотрела, чего только нет. То есть тут уже, если конкретно нужны футболочки, кофточки разные, однотонные, с рисунком и цветастые. Вот какое ярко. Я же говорю, в этом году что-то ярко-салатовое, ярко-оранжевое идет. Вон какие, даже без рукавчиков, так через шею одевают. Ну, вот такие вот, как это, топики или, не знаю. Вот такой миленький, сердечками, 449. Вот за 500, такие красивые, как бы, штучки. А вот с каменьями, ну, прям царский. Вот такие вот нежные вышивки. То есть на бюстгальтеры и на трусиках. Вот такие вот. Посмотрите, как даже как с корсетиком немножко. Ну вот под ту тигровую кофточку вот такой бюстгальтер. Но это для молоденьких девочек. Или для тех, кто худенький. Очень хорошо. А вот прям кожаный, кожаный. Что вы говорите? А вот плиссировка. Плиссировка даже на штанах идет. Вот такие вот яркие расцветки. Вот такие вот платья я вообще обожаю. Такие беленькие. И вот тут вот такие вот платья симпатичные, 4 расцветок. Я не выдержала и померила одно из платьиц. Как вы считаете, мне хорошо? Стоит брать? Надо ли вернуться и купить это платье? Или да ну его? Или все-таки взять? Ну что ж, молодая, красивая, стройняшка. Не знаю, не знаю. Я сама себе очень нравлюсь. Ну, прелесть прелестная. А, и там тоже. И вот такие вот, я не знаю, или это купальники, или это нижнее белье. Все, девочки. Хороших нам покупок.